Всем. С вами, как обычно, Магапанк, и сегодня очередной дневничок по серверу MMO Classic. Приключилось много нового, обо всем расскажу вам по порядку. Просрал очень много денег на точке, не окупился, и сейчас сижу, по сути, практически без денег. Но зато я сделал второй грейд Кубас плюс 7, и Рома 12 сантиметров подарил мне ГВПшку, тоже плюс 7 на нее кинул я, так что плюс-минус есть, ну, нормальные играбельные бишки. Погнали мага в R8R, правда, с битеньким кругом. В целом плюс-минус играбельно, думаю, подниму ему немного точку и смогу хоть чуток жить. Ибо сейчас умирает он от лука с марайки плюс 0, если залетит 2 крита, что весьма грустно. Возможно, надо бы еще найти девятки бижи, и будет вполне комфортное пение. Хотя сейчас, по сути, иногда клеится маленькая карта с драконом под безмятежку. Уже неплохо. Качнул восьмого аптекаря на маге на своем, и возник у меня вопрос. Как капнуть его до 9-го, до 10-го? В базе квест требует 150-й левел, в анете инфы никакой нет, но на серве я видел соски с 67% уменьшения и 80%, которые, соответственно, требуют 9-й и 10-й левел аптекаря. Если у кого-то есть инфа, как это апнуть, расскажите, пожалуйста, в комментах, в личке, как-нибудь. Потому что, ну, 50% это как-то маловато. Хотелось бы лучше. В кубе давно что-то я не был, ибо все чаще PvP-шусь на стримах, благо чарик хоть немного позволяет это делать. В дальнейшем, думаю, все же собрать третий грейд куба и своп-трактат на уфу, может быть, будет нормально. Ну а пока есть как есть. Не забываем, кстати, о розыгрыше на 50 голды. Для этого нужно написать свой ник на сервере и желаемые из ассортимента шопа на эту сумму. Ну а по прошлому розыгрышу итог таков. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Увидимся на дальнейших видео и стримах. Пока-пока.